микрофон, и голос произнесет. Ля-ля-ля. Если ему позволить даже обычное то самое оливье, но не только на Новый год, как все люди привыкли. Спокойно захотелось нам оливье, мы его сделали. Я не с такой семьи, как други. Я из богатой. Три. Как-то грустненько. Да, учитывая то, что оливье это нифига не полезное и спорное по вкусу. Херня дешманская. Не, ну это вкусное, я люблю оливье. Но оно вкусное, но по вкусу вкусное, но не по сути вкусное. В плане того, что там питательного ничего особо нету, и тонкие там нотки вкусов тоже нет, там ценных, так сказать, веществ тоже не наблюдается. Так что, ну, по сути своей, как пища, бесполезно. Не знаю, зато вкусное, мне нравится. Но жрать его постоянно и часто, ну такое, да. С учетом того, что она на мазике и прочее. Я вообще имела в виду в том, что мерить тем, что ты можешь позволить себе оливье, то, как ты живешь, это грустно очень. Это да. Это ж надо додуматься, кидать рукой, на которой у тебя сумочка. И не придержать ее, если она у тебя может свалиться. Охуй! Сука. Ты уже забыл, что такое угорать во всю голосину? Мы тебе покажем. Ясно. 1,4 миллиона. Мне кажется, то, что... Мне кажется, то, что нормальному человеку, который вот хорошо себя должен чувствовать, нужно зарабатывать 1,4 миллиона в месяц. Сколько? Ну, три, окей, три, окей, три. Да ты шо, охуел, блядь, сука? Согласен. Сейчас я буду лупить системник. Отлуплю его сейчас как следует. Печаль, беда. Пандочка с ребеночком. Панды всегда так выглядят, как будто они вчера хорошенько прибухивали, а сегодня у них похмелье. Да, вот это, и как они двигаются, да, такие медленные, неуклюжие, нелепые. Ну прям да. Как я. Смотрите. Когда вот ты берешь и не знаешь, куда деть крышку, это делается, оказывается, все очень просто. Куда ты... Что ты делаешь? Куда ты не... Когда, ты не... Когда ты не знаешь, куда деть свою голову, используешь ее типа по назначению, но ты тупая. Ой, бля, пиздец. Когда голова у человека для того, чтобы в нее есть, но и то, что должна была в нее есть, ты проебал. Еще лайфхаки снимает. А, господи, тут надо считать самим. Я еще главное вот здесь подумал, ну что-то вот не так. Ну что думать? Я не стал. О, Виагра. Смочить слюной задний проход и вставить, не отрывая от ботвы. Пацаны, кто в толчке насрал и не смыл? Никит, я знаю, что это был ты. Нет. Это Оптимус Прайм. Какого ж ежа. Ты, Гена, даже не крокодил. Ты просто долбоёб. С этим теперь и живи. Во всем мире ты известен своим низким голосом, но в России все фильмы дублируются, и твоего голоса никто не слышит. Скажи что-нибудь. Ломай меня полностью.
Властелин всех четырех стихий мог остановить захватчиков, но когда мир нуждался в аватаре больше всего, он исчез. Прошло 100 лет, и мы с братом нашли нового аватара в магии воздуха по имени... Толик Монгол. Блин! خلاص كده جد بقى خلاص كده هتقف هتقف لازم تقف على واحدة فيهم падла брат опять проверяю переводчик для собак на своей собаке. Джози, я никогда больше с тобой не пойду гулять, и играть мы точно никогда больше не будем. Просто такое ощущение, что она сразу все поняла, но была не уверена. Ага. А потом они начали рычать, гавкать. А тут ей точно передали суть человеческих слов, и его сгорела животина. Ну, у нас бы такого не было, знаешь почему? А мы не ходим на пляж. Да. No candy, nothing, bro. Hey, stop! Hey, shut up, brother! You said we're gonna get candy, motherfucker! Хочу служить в армии, потому что хочу узнать, что там. A few moments later. Кирпичи нахуй долбим только. Мне вот интересно, останавливается ли музыка, когда ты попадаешь в аварию, или ты сидишь там такой... Девушки-мальчики, сладкие карамельки. Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Видел? Ну ничего, кто-то в комментах написал, не помню под каким видео недавно, типа, мне нравятся пауки, змеи и скалопендры. Я так, скалопендры, блядь. Да. Я вспоминаю, как скажите, я... Скажите, что крокодилы и аллигаторы тебе нравятся? Какие же они жуткие, ё-моё. Я нормально к крокодилам и аллигаторам отношусь, а вот скалопендры меня пугают. Особенно, как я смотрел видос, где чувак давал какой-то скалопендре пустынной себя кусать, там вот такая хреновина, и прокусывает палец, что пипец. Я, по-моему, видела что-то про это. Возможно, мы вместе смотрели. Я, по-моему, на работе сам залипал. Хорошо. В один из моих любимых чаев. Чай каркаде. Эстраду теперь возьму ТикТок. Ты блище-то раскатал, я хуяю. Тот воин Ахиллес, сын Пелея. Ахиллес, я помню. И сначала не поняла, а потом как поняла. Рост 2 метра. У родителей обычный рост? Родителей, вы знаете, обычно дети выше родителей. И они всегда умнее. Мой отец. Hackers. 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 Я заебался, блядь, иди нахуй. Бедняга. Ай, блядь, сука, на. Доброта, позитив, полняют коллектив. Позитив, доброта, отворяйте ворота. Выпуска кадра дерзкого ограбления в ювелирном магазине Италии. Похититель — бесстрашный муравейник. Художественный фильм. Ихра! Алмаз спёр. Рекомендуемая норма потребления соли в день — это 6 грамм. Я, кстати, про брюки читаю. В последнее время у меня триггер, потому что когда я читаю что-то про ограбление ювелирного магазина, у меня сразу в голове Sailor Moon, потому что Sailor Moon с этого начинает. Первой серии. Не, 6 многовато будет. Умывай, не сы. Это фосфор! Как сказать кока-кола без ка
и Эл. При работе с мощными инструментами главное безопасность. Я надену специальные очки и респиратор. Прям это спецзащита в стиле Арнольда Шварценеггера. Или этого, или Чак Норриса. Просто Шварценеггер любитель, это любитель сигар, и он в Терминаторе, по-моему, очки темные носил. Ну да, было у него. Опять сугробы, а у меня... Ну и пожалуйста. Мне вообще-то собаку больше, чем кошку хотелось. А зимние колеса на щепёха или на лепёшка? Ну, он, видимо, хотел спросить, на шиповке или на липучках? Ну да. Движение. Вот тут движение, мы сейчас туда тулим. Мы тулим, ебать, короче, на тусовку. Тусовка будет заебись. Я знаю всех, кто будет на тусовке. Тусовка моя, я рулю фишкой. Фишка рулит мной. Эх, ты лысая киса. Ну чё, тусит от души, молодец. Не то, что они стоят такие чего? Вялые. Ты не можешь сформулировать речь. Чего, блядь? А, если как бы... Если подумали, да? А, ну, это как бы ну, не значит то, что... Блин, такое ощущение, что челюсть сейчас вывалится. Моется. Спириту маме мими монко. Спириту маме мими монко. Спириту маме мими монко. Может, ты рекламу с ним боишься? Хорошо, что я не повелась. Спасибо за просмотр. Надеюсь, понравилось и было интересно. До скорой встречи. Пока.